Как же правильно изучать макамат аль-Курани? В первую очередь, во всем мире, в любой школе, перед тем, как изучить чтение Кур'ана красиво, макамат, каждый из нас, я знаю, хочет красиво читать Кур'ан. Кто-то говорит, я хочу учиться, как читать, как Абу Бакр Шатри, кто-то говорит, я хочу, как Судейс, кто-то, как Шурейм, как Атаси. И мы это все будем изучать. Но еще раз повторюсь, на это нужно время, и мы вам дадим ключики и подтолкнем вас, дабы вы и мы читали Кур'ан красиво, нараспев, именно с макаматами, именно с красивым чтением. Поэтому в первую очередь нужно знать правила таджвида. Поэтому этот модуль макаматов, он в самом конце пришел. После того, как мы взяли произношение букв махарадж аль-хуруф, это обязательно. Правильное произношение буквы. Не будет с точки зрения разума правильно изучать красивое чтение макама, но мы неправильно в тот момент, когда мы неправильно произносим букву или не знаем правила таджвида. Соответственно, не выходя из рамков таджвида, произношение букв, после этого мы берем макамы. И основное как? Ага, кому-то нравится, например, какой-то чтец. Каждому из вас, я знаю, нравится тот или иной чтец. Много его нужно слушать. Но при этом понимать, не нужно ему полностью ему делать таклит, то есть полностью его копировать. Каждый из нас должен быть чтецом Корана и выделяться своим голосом. У каждого свой голос. Это маухиба мин Аллах, это подарок от Аллаха субхана ва тааля. Но однако он должен выделяться, то есть, например, Абдулла пришел на урок, изучает Коран, ему нравится, как читает, например, Судейс. Это макам раст. Таким же макам читает, пускай он много слушает Судейса, но пускай не копирует Судейса. Таким же макам читает Шурейм, таким же макам читает Салах аль-Будейр, таким же макам читает Худейф. Слушает их, всех разных часов, после этого у него свой голос. Своя изюминка в этом макаме вырабатывается, и уже люди будут говорить, я хочу научиться Коран читать не как Судейс Шурейм, а как именно вот этот Абдуллах. И пусть Аллах субхана ва тааля всем нам облегчит. Когда он уже у шейха будет, даже, иншаллах, в будущем, если этот человек поймет макам, поймет суть, строение, возьмет второй, третий макам. То есть бывает человек, например, Коран от начала до конца одним голосом читает, одним макамом. А есть профессионалы, которые могут разными макамами, из одного макама в другой макам переходить. Именно читает Коран, как будто он тафсир делает Корану своим голосом, поднимает тонацию, ага, здесь переходит на такой макам, там на другой и так далее. Поэтому вот это мы с вами должны, уважаемые братья и сестры, достичь, чтобы мы все макамы знали, иншаллах.